На кольце инструментального завода столкнулись два автомобиля. Водители спорят по вине и сейчас ждут сотрудников полиции. Ситуация, когда никто не виноват в ДТП, встречается довольно часто. Оба водителя доказывают свою невиновность с мастерством опытных адвокатов. Рассказанные истории звучат убедительно, но реальность оказывается намного проще. В подобных ситуациях один из участников просто забыл правила дорожного движения. Что-то подобное произошло на кольце инструментального завода. Здесь столкнулись Toyota Aqua, водитель которой работает в фирме такси, и Suzuki Solio, за рулем которой находилась девушка. Ехал с пассажирами, не меняя полосы движения. Девушка с той стороны начала как раз поворачивать. Я начал уворачиваться. Вот, например, видите, с самого начала. Все. Дальше при остановке еще зачем-то зад меня ударило. У находившейся за рулем автомобиля Suzuki Solio девушки несколько иное мнение по поводу случившегося. Дама уверена, она не виновата в аварии и готова отстаивать свою точку зрения до конца. Я двигалась по кольцу в круг на ту сторону. И человек меня подрезал, он хотел выехать, я у него была помеха справа. Он выехал, я не знаю, либо он из-за меня выехал, следом за мной ехал, либо с левой полосы выехал. Но он меня просто подрезал. Я двигалась по своей стороне со включенными поворотниками. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Пассажиры такси покинули место аварии уже своим ходом. А вот у водителей этот случай надолго еще останется в памяти. Да и настроение на ближайшее время будет испорчено.